Итак, друзья, я тоже хочу от имени Европейской академии естественных наук, как руководитель отделения натуропатии и wellness-технологий, вручить... Так, где у нас благодарственное письмо? Да. Вручить Владимиру Владимировичу Егорову медаль руководителя Европейской академии от президента Тымińskiego, вот диплом. Да, медаль Лейбница. Вот, если видели, у меня тут значок его. Это имя носит сама академия, поэтому это очень высокая награда. Уже 2 года, как существует отделение, и Владимир Владимирович является научным секретарем Европейской академии естественных наук, академик этой академии, и вручаем вот такой красивый диплом и медаль. Спасибо большое. Объединившись в одно единое целое, в одно древо жизни, мы помогаем вообще всему человечеству практически, можно сказать так. Этими практиками мы настолько мощно, да, восстанавливаем все живое, можно сказать так, каждый своими практиками. И я сегодня хочу поблагодарить всех вас, присутствующих, за те знания и свет, за то здоровье, которое вы несете многим и многим людям, которые нуждаются в них. Да, спасибо. И вот я о чем хотела сказать. Иногда раньше вот такие мероприятия были связаны с тем, что каждый пытался показать, какой он замечательный, какой он великий, что он может все. Сейчас мероприятия наши добрые, комфортные. Практически мы все понимаем, что только сила наша в единстве, и вместе мы можем помогать. Вот никогда не тянуть на себя одеяло. Если мы наоборот попытаемся, да, все это друг другу это одеяло подарить, поделиться. И вот тогда мы будем сильны. И спасибо сегодня и руководителю нашего мероприятия. Гульнара умница, она первый раз проводила и, мне кажется, справилась, правда?
стороны хочу вручить продление сертификата аккредитации Академии Кавказского долголетия и ее руководителю Гульнаре Саритовой. Ну что, еще есть? Итак, у нас девочек не было, мы озвучивали их фамилии. Итак, профессиональное звание мастера оздоровительных практик вручается Раджабовой Индире Магомедовне. Популярность организации нам возрастает ежегодно. Еще одна наш специалист Неклюдова Елизавета номинируется на звание мастера оздоровительных практик. А сейчас мне хочется отметить уникального специалиста, которая приехала к нам из Москвы. Зовут ее Годорозия Жанна. Ей вручается звание мастера оздоровительных практик. Я со своей стороны хочу поблагодарить еще одного нашего мастера, который помогал активно оба дня вести, модерировать, быть руководителем спикеров и кому? И держать тайминг. Это Литвинова Наталья Ивановна. Прошу вас. Наталья, член президиума нашей ассоциации. У нас тут еще есть член президиума Павлюков. Сергей Александрович тут? Нет? Вот. Ну вот, да. Ну, не надо звать. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Бессменные руководители наших круглых столов и секций. Так, ну что? А, вот и Павлюков тоже. Спасибо большое за то, что вы ведете такую активную работу.